Привет. У нас открытая вакансия на должность гипсовщик. Все очень просто и понятно. Нужно быть очень четким, конкретным и исполнительным. Нужно уметь заливать модели, делать модели на системе Zeiser, вот, или Geraform. Они называются по-разному, потому что сначала были одни, потом другие. Но суть не в этом. В общем, ищем мы гипсовщика, ответственного человека, который готов работать. Сразу отвечаю на вопрос, есть ли перспектива роста? Да, есть перспектива роста, но не раньше, чем через 1-2 года. Потому что нас интересует человек, который умеет делать свою работу, умеет ее делать качественно, а не так, что мы взяли человека на 3 месяца, и он потом захотел на что-то идти другое, а потом на что-то не устраивает, и чтобы мы не прощались с вами. То есть вы должны знать, что 1-2 года нам необходимо, чтобы человек работал гипсовщиком, потом он начинал двигаться дальше. Вот, опыт значение имеет, если ты хочешь на хорошую зарплату. Если у тебя опыта нету, то, соответственно, будем уже договариваться об условиях. А для того, чтобы попасть к нам, нужно что сделать? Нужно отправить небольшое резюме, написать о себе, где учился, сколько работал, кем работал и так далее. Почему ты хочешь работать у нас, и отправить его по электронной почте. Электронную почту можно найти в описании, или вот сейчас вот на видео появится эта электронная почта. Вот, на этом все. Мы ждем тебя в наших рядах, желающим стать лучше всех.